Александр Михайлович хорошо помнит, когда он приехал в строящийся город Агидель. Это было 31 января 1983 года в 8 утра. По приказу Министерства энергетики он приехал с женой и детьми, оставив работу на Рефтинской ГРЭС. Александр Михайлович известен не только как хороший специалист и мастер своего дела, но и как чуткий руководитель. Он всегда умел собрать вокруг себя людей, создать необходимую обстановку. В ней чужие люди, которые никак не могли сработаться, становились крепкой дружной семьей. Даже самая отстающая бригада под его началом могла выйти в передовые. Бригада – это на какое-то время одна семья. И вот семейные традиции, семейные, как сказать, привязанности я пытался в это вложить. Но потом никогда никого, как сказать, не выделял, старался в крайнем случае. Может, там не всегда получалось. Потом самое, как сказать, в характере человека нужно было найти такую изюминку, что ли, что ему нравится. За 30 лет жизни в Агидели Александр Михайлович вырастил поколение специалистов. Самые сложные и важные объекты всегда доверяли его бригаде. Кстати, самый большой на стройплощадке электростанции. Скромный и улыбчивый, добрейший и уже пожилой мужчина является кавалером Ордена Трудовой Славы 3-й степени. Награжден Орденом Трудовое Красное Знамя. Самое главное вот в моей работе, чтобы у меня был крепкий тыл. У меня была жена, семья, дети. Чтобы я об этом не думал. Если я в работе, то я в работе. Особо и важно для себя наш герой считает значок «Отличник Министерства энергетики». Им он гордится даже больше, чем орденами. Такие ордена у многих есть, а вот это немногие могут похвастаться. Собранные за долгие годы значки он бережно хранит, так же, как и любимые книги. В его домашней библиотеке можно встретить как отечественную, так и зарубежную классику. Но самое большое увлечение – нумизматика. Еще с сыном он начал собирать редкие и ценные монеты. В его коллекции можно найти монеты различных стран и периодов. Каждая из них – ценная и уникальная часть истории, как и имя Александра Михайловича Кузнецова. Практически каждое здание в городе хранит и помнит имя и вклад бригадира с большой буквы.